приходи на кастинг-шоу «Холостяк в Клину». Подробности по телефону 588-70. А сейчас несколько коротких новостей в одном обзоре. Социальная ярмарка «Ценопад» откроется завтра, 16 июня, на Советской площади. Продукты, вещи и сувениры здесь можно будет купить по выгодным ценам. Напомним, социальные ярмарки были организованы в Подмосковье по инициативе губернатора в поддержку малообеспеченных жителей. Особенность «Ценопада» в том, что стоимость рыбы, мяса, овощей и фруктов здесь значительно ниже, чем в сетевых магазинах. «Ценопад» простоит в Клину до 19 июня включительно. Для гостей второго фестиваля Чайковского организовано более 10 экскурсий. Все они рассказывают об исторических местах города – церкви и усадьбы, торговые ряды, мемориал славы. Но самые интересные маршруты связаны с именем Петра Ильича Чайковского. Это Майдановский парк, возле него композитор снимал дачу, усадьба Демьянова, где жили Танеевы, близкие друзья Чайковского. Познакомиться с полной программой второго международного музыкального фестиваля Чайковского можно на сайте администрации Клинского района, а заказать одну из интересующих экскурсий можно на сайте Клинского музейного объединения klin-museum.ru.